Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами снова же поговорим про новую мега-халяву, которую добавили сегодня в игру, где вы можете, во-первых, получить абсолютно бесплатно постоянный скинчик на юмпик, и что самое интересное, ребят, и самое сладкое, это, конечно же, помимо этого скина, вы получите еще и 100 юцешек, тоже абсолютно бесплатно. Помимо этого, сегодня в игру добавили новую рулетку, новый кейс, называйте его как хотите, где вы можете получить абсолютно бесплатно еще и премиум кейс. В общем, много полезной информации, обязательно смотрите до конца, также не забудьте подписаться, конечно же, и поставить свой царский лайк. Ну а мы начинаем. Первое, что мы с вами рассмотрим, это, конечно же, новое событие. Вот оно, ребятки, Growing Pack. В принципе, у нас такие события были ранее, если вы помните, с Грозой, потом с СКС-кой, если вы помните, такая же тематика была. Здесь, в принципе, правила не изменились. Вы можете получить вот такой вот скинчик на юмпик, выполняя миссии. Сейчас мы их с вами рассмотрим, конечно же. Но, повторюсь прям с самого-самого начала, что в этом событии, когда вы забираете награду, обязательно переходите именно в самый конец, вот сюда, прям в самый конец, и выбирайте именно вот этот вот пакет, ребят. Не путайте, пожалуйста, с первым пакетом, потому что много ребят путают, покупают вот этот вот пакетик, который первый, где написано, что общая стоимость 900 юцешек, да, платят 200 юцешек и взамен ничего не получают. Но если вы возьмете последний пакет, вот этот пакет, здесь вы платите 200 юцешек, получаете обратно скидочный купон, что самое интересное, и плюс к этому еще 300 юцешек сверху. То есть вы потратили 200, но вы получаете 300 плюс еще юмпик. Миссии здесь, ну, очень простые. Я их выполнил, в принципе, за час. То есть я проснулся, взял тиммейта и на ливике в течение часа мы выполнили все миссии. Давайте мы их с вами, в принципе, рассмотрим. Первая миссия. Попадите в топ-3 в классическом матче. Ну, мы взяли топ-1. Ничего сложного. Идем дальше. В общей сложности убейте 8 врагов в классическом матче. Там еще дальше есть еще несколько врагов нужно убивать. Просто можно убить 8 врагов не обязательно за одну катку. То есть вы можете это выполнить за несколько каток, как я в принципе сделал. В одной катке я убил 5 врагов, в другой я убил 3 врага. И в принципе миссия, пожалуйста, у меня выполнена. И даже в последующие матчи я еще убивал, но уже в этом смысла, конечно же, нету. Завершите 10 матчей в классическом или аркадном режиме в группе с друзьями. Дальше, завершите 10 матчей в классическом или аркадном режиме. В общем, ребят, просто завершаете 10 матчей вместе с другом и все. То есть, зашли в классику, постарались взять топ-1, убили вот эти 8 врагов, да. Постарались, конечно же, попасть, ну, здесь дальше вы сейчас увидите, потратить, вот, видите, да, восстановить 100 ОЗ и так далее. Сделали все это за одну катку, а последующие катки просто прыгайте и умирайте. То есть дальше вообще ничего делать не нужно. Как, в принципе, мы и делали. Но это нужно растянуть на 60 минут, чтобы вы могли выполнить следующую миссию. Дальше в общей сложности убейте 4 врага, но я уже это говорил. Забираем. Завершите 4 матча, я уже это говорил. Забираем. Дальше завершите 5 матчей в классическом или аркадном. Снова же, да, забрали. Восстановите 100 урона, ну, если кто не понял, да. Здесь можно в аркаде, в эвазоне и в классическом режиме. Вы можете это сделать за одну катку, и у вас снова же это выполняется. Идем дальше. Нанесите 200 единиц урона врагам. Ну, если вы убьете хотя бы 3 врага, я убил 5 врагов на ливике, там в дуо я вообще его не качаю. И, в принципе, это на изи все выполнилось. Забираем. Идем дальше. Дальше у нас идет, ребят... Получите ранг А, вот то, о чем я хотел сказать. Ранг А это, ну, он достаточно минимальный, если вы попадете в топ-3 или в топ-1, он у вас выполняется. Поэтому здесь снова же проблем никаких у вас не будет. Попадите в топ-20, ну, я думаю, это самое простое, что можно выполнить. В общей сложности убейте 2 врага, это туда же, где убить 8 уходит. Проведите 30 минут в матче, свободно. Дальше завершите 2 матча, это снова же в те 8 входит. Завершите 2 матча, снова же забираем. И последнее у нас, потратьте 1000 бипишек. Ну, 1000 бипишек, я думаю, не нужно объяснять, как можно потратить. Забираем и это. И, в принципе, мы с вами полностью заполнили вот эту шкалу. Несмотря на то, что здесь еще можно выполнить вот эту вот миссию, да, где нужно зайти 5 раз в игру. В принципе, в прошлом событии, где мы могли получить СКС-ку бесплатно,
и после этого грозу. Была такая же тематика, то есть тоже вот эти 5 дней, но это просто дополнительные очки, если кто-то не может выполнить там топ-1 и так далее. Ну и в принципе все, ребят, вот у нас заполнилась полностью шкала, да, вот она. Смотрите, теперь у меня на аккаунте 1896 UC-шек, ну чтобы не было лишних вопросов, да, сколько ушло, сколько пришло. И снова же, выбираем, ребят, еще раз повторюсь, извините за то, что повторяюсь, но это очень важно. Выбираем именно последний пакет. Нажимаем вот здесь «Купить». Можно приобрести только один раз за событие. Окей. Именно последний пакет покупаем. И получаем 300 UC-шек плюс юмпик, еще и 10 скидочных купонов. После этого мы с вами заходим сюда и смотрим. У меня на аккаунте 1996 UC-шек. Это впервые, где можно в событии получить абсолютно бесплатно UC-шки, ребят. Такого я не помню вообще, не знаю. Вот я играю с самого начала, и я не помню, чтобы у нас была хоть когда-то такая возможность получить именно UC-шки. Ну и, в принципе, давайте рассмотрим этот юмпик. Вот он, ребят. Он похож на тематику Сакуры, если вы помните, да. В принципе, неплохой юмпик. За бесплатно, с кэшбэком, вы можете себе приобрести. И, в принципе, много времени на это тратить вам не нужно. Идем дальше. Следующая халява, она у нас находится именно вот здесь, в этой новой рулеточке. Если мы с вами открываем эту новую рулетку, во-первых, видим новый костюмчик, да, новые скины, скин на самолет, на дачу. Кстати, у нас еще в событиях есть возможность получить скидочный купон на 40 UC-шек, который вы можете здесь потратить. И вы потратите, ну, 0 UC-шек. То есть вы сможете прокрутить вот эту вот рулеточку за 0 UC. Или вот вы можете потратить 30 именно UC-шек, которые пришли сегодня с утра на почту. Давайте попробуем 10 UC-шек потратить. Ну, окей. Нам упали купончики. И после этого вы можете вот зайти сюда в события. Сейчас мы с вами найдем. Вот, видите, да, скидочные купоны. 40 и 50 даже. И вы можете зайти снова же в эту рулеточку. Вот она, ребят. И, во-первых, вы можете крутануть здесь со скидкой в 10 UC-шек, да? Давайте это сделаем. Ну, после чего вы выполните событие с юмпиком, у вас будет такая возможность. И если бы у нас изначально, да, мы бы покрутили, допустим, вот эту первую рулетку, потом, если мы с вами сюда бы зашли, мы могли бы просто за 0 UC-шек крутануть вот эту вот рулеточку. Но здесь нас с вами, конечно же, интересует премиум кейс, который можно получить. На этот раз они его чуть-чуть спрятали. Именно если вы нажимаете на вот этот вот платочек здесь справа под UC-шками. Если нажимаем вот сюда, вот этот листок, платок, называйте его как хотите, у нас появляется вот такая вот анимация, видите, да? Нажимаете снова же сюда, посередине, и получаете бесплатный премиум кейс. Как это, в принципе, у нас всегда было, но раньше он не был спрятан, да? То есть здесь была какая-то курочка, если вы помните, или там другие какие-то предметы, на которые нужно было нажимать. А сейчас они его чуть-чуть спрятали. Ну, чуть-чуть, конечно же, это так мягко сказано, потому что просто клацайте на весь экран, и в конце вам упадет этот бесплатный премиум кейс. Ну и на этом, в принципе, все, ребят. На этом видео заканчивается. Если он вам понравился, был интересным, обязательно поддержите его, пожалуйста, лайком. Также не забывайте подписываться, чтобы не пропускать самые свежие и полезные видосики. К примеру, уже третий день подряд выходят видосы именно про халяву. На этом я с вами прощаюсь. Всем говорю огромное спасибо за просмотр. С вами был Dream. Всем топ-1.